А в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования врачи-травматологи-ортопеды из 21 региона России сегодня обменивались опытом на межрегиональной научно-практической конференции. В числе участников иностранные профессора и ведущие российские ученые. Ортопедия и травматология сегодня вобрали в себя самые передовые медицинские технологии. Взять хотя бы импланты, содержащимся внутри антибиотиком. Ликвидируют инфекцию после полтора месяца. Изымаем мы временные импланты, ставим окончательно. Специалисты в юбилейный 10-й раз собрались в Чебоксарах на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. По данным Минздрава России за 2017 год вы видите, что более 1 миллиону человек в Российской Федерации было оказано высококачественной медицинской помощи. Это данные официальной статистики. И большая часть на сегодняшний день пациентов получает эту помощь за счет средств обязательного медицинского страхования. Более 500 тысяч. По данным статистики, большую часть операций на крупных суставах в России проводят в Центральном федеральном округе, на втором месте Приволжский. Что касается системы здравоохранения Чувашии, она признается одной из самых эффективных среди 85 регионов России. По итогам прошлого года по оценке Министерства здравоохранения России, экспертов, общественных организаций, мы занимаем второе место. И наш федеральный центр, который находится в городе Чебоксары, по оценке экспертов, среди других федеральных центров. В числе первых спикеров выступили иностранные специалисты. Германский профессор Фридрих Тиллерман рассказывал о современных возможностях протезирования. Профессор Джават Парвизи Филадельфийского института Ротмана делился наработками на тему ортопластики суставов. Кстати, накануне ученый ознакомился с работой и оснащением Федерального центра Чебоксар. И на встрече с главой Чувашии отметил, что этот визит оказался исключительным. В центре грамотное и умелое руководство. Выстроена хорошо продуманная система, которая отвечает нуждам и запросам пациентов. И объем, количество процедур, которые проводятся здесь у вас в центре, превосходит то количество операций, которые делаются во многих очень крупных центрах во всем мире. И здесь не только цифры впечатляют по количеству операций пациентов, но и качество проводимой работы. Оно совершенно очевидно. Также в ходе беседы затронули тему подготовки молодых врачей. И стороны договорились о возможности перекрестных стажировок медицинских специалистов. Ирина Волкова, Борис Андреев, Андрей Спиридонов. Республика.